Всем привет! Меня зовут Наталья, вы находитесь на моем канале о вязании. Подключилась сейчас по-быстренькому показать первую часть готовых работ, потому что сейчас уже побегу на почту, надо мне их срочно сегодня отправить, а потом уже, возможно, сегодня даже будет второе подключение, где покажу все оставшееся. Вот такой необычный, интересный заказик у меня. Такие игрушки я не вязала, это не из моего ассортимента. Нужны игрушечки на фотосессию были для малыша. Вот такой длинноногий зайка. На него я нашла мастер-класс, мастер-класс платный. Могла бы, конечно, и сама его полностью связать. В принципе, тут вообще ничего сложного не было. Нужно было просто по размерам, по параметрам подобрать. Но времени было мало, так как заказ срочный. Поэтому решила купить мастер-класс и просто сделать все по мастер-классу. Так, как бы, ну, не то, что проще, да, но быстрее. На самом деле игрушка легкая, ничего здесь такого сложного нет, можно было связать по картинке. Ну и плюс, если я нахожу платный мастер-класс, вижу, что это платный мастер-класс, я все-таки стараюсь как бы поступать по-честному, скажем так. Если автор старался, делал мастер-класс на эту игрушку, и я нашла этот мастер-класс, то почему бы и не сделать... не купить мастер-класс и не сделать именно так, как было у автора. И вторая игрушка, это вот такой мишка. Тоже мне сбросили фото, но вот, к сожалению, на этого мишку я не нашла ни автора, ни мастер-класс, ничего не нашла. Поэтому пришлось вязать только по фото. Но, мне кажется, очень даже похоже все получилось. Может быть, он другой по размерам, не знаю, там он еще и был, наверное, скорее всего, из какого-то акрила на фото связан, потому что видно было, что качество пряжи другое, и воротничок другой был, я связала так, как я вяжу по-своему. Но, в принципе, результат тоже вполне по фото соответствует. Но вот повторюсь, что, к сожалению, не нашла я... мастер-класс на этого мишку и не нашла автора. Вот в гугле же есть, прошу прощения, в гугле же есть функция поиск по фото. Вот зайчика я нашла сразу, а мишку лазила, так и не знаю, где он. Ну вот такие две игрушечки у меня получились, и к ним вот такие нежные грызуночки. Все, сейчас побегу отправлять. А потом подключусь и расскажу, покажу, что я еще вязала и какие у меня новости. Ну что, я сбегала на почту, отправила срочную посылку. И теперь продолжу показывать, что я связала за это время. Но сегодня я не выпущу видео, еще пару дней подожду, доделаю кое-что. И тогда уже покажу вам и выпущу полностью видео. Видео будет не длинным, потому что особо не скажу, что я как-то активно работала. Вроде бы и были заказы, но что-то я все тянула время. И вот на выходных там толком ничем не занималась, только одним проектом. И на выходных вот начала делать заказы срочные все эти. Еще один заказик был вот такой, это органайзер с сердечком. Очень много в комментариях просят показать, как я вяжу сердечко. Вот я буду вязать из розового цвета, будет хорошо видно, и я сниму экспресс-мастер-класс там буквально на 2-3 минутки. К органайзеру зайка в платье. Это бесплатный мастер-класс Юлии Дайнеко. Не буду оставлять ссылочку. Если набрать в поисковике в гугле «Зайка Юлии Дайнеко», там сразу выйдет ее сайт и скачаете. И к нему погремушечка. Вот такая к этому зайке. Тут, конечно, мне очень нравятся вот эти зайчики. И я вяжу еще одного на наличие. Только в платье такого... цвет сухой розы, наверное, он называется. Ну, покажу потом, когда довяжу, не хочу показывать частями. Мне нравятся эти зайчики, вяжутся легко, но безумно много времени уходит на юбку.
и пряжи много уходит на юбку. Я вот хочу, кстати, засечь, сколько же у меня расход пряжи идет на юбку именно. Потому что мне кажется, что там пол мотка уходит, если не больше на нее. Как-то, потому что вот, считай, первый ряд идет по 2 с накидом, и второй ряд идет тоже в каждую петельку по 2 с накидом. Потом уже 3 оставшиеся без прибавок. Но мне кажется, что много прям расход, но и результат, конечно, мне нравится. Ну и вот такая погремушечка к нему. И так, Заиньку пока давайте уберем. И вот это у меня был один органайзер. Я вам в прошлом видео показывала, что у меня пришла пряжа на цвет пломбир на органайзер на наличие. Потом я говорила, что заказала еще такого пудрового цвета. Сейчас скажу, как называется. Клубничное суфле называется. Но еще я не успела связать из этой пряжи, потому что пошли заказы. И сейчас у меня там еще лежит на Валбересе белоснежный кокос. Я смотрю, как я уже неоднократно говорила, смотрю, какие цвета есть по скидкам. И на наличие заказываю из тех, которые есть по скидкам. Ну вот, я заказала, что у меня была вот эта пряжа пломбир. Я почти связала органайзер на наличие, думала. И у меня поступает заказ. Вот эта Заинька с погремушкой и к нему органайзер вот как раз такого цвета. И на следующий день мне поступает еще один заказ на 2 органайзера. И как вы думаете, какого цвета? Та же пломбир. Так что вот у меня 3 органайзера сразу было в заказах цвета пломбир. Ну, такого у меня еще не было, чтобы вот все одинаковый цвет заказывали. Но, к счастью, пломбир еще была пряжа на скидке. Я быстренько заказала еще 2 бобинки. Вот они пришли, и все 3 органайзера готовы. Из заказов, наверное, все. Да, из заказов все. Больше мне, в принципе, показывать, рассказывать нечего. Я же вот говорю, что когда мне пишут, что снимайте почаще, ну, нечего мне снимать. И я сейчас закончу один проект. Может быть, завтра или послезавтра досниму видео и покажу вам, что же это за проект. Всем спасибо. До следующего подключения. Всем привет! Очередное подключение. Сегодня у нас 1 февраля. Вот и прошел первый месяц этого года. Прошел, как всегда, моментально. Не успеем оглянуться, уже и лето. Мы уже забронировали летний отпуск. Попали туда, куда мы очень хотели попасть. А там, я так поняла, что если не забронировать зимой, то к лету уже, можно сказать, опять мы пролетим с этим местом, потому что желающих очень много. Отпуск будет в августе, как всегда, потому что нужно мне уезжать на период моей аллергии на амброзию куда-нибудь. Ну вот, вроде бы в том году все там прошло успешно, едем мы опять в Абхазию. Ну а теперь давайте покажу, что у меня на данный момент. Хотел сказать, из готовых работ, не из готовых работ, из процессов, а потом уже покажу свою новиночку. Из процессов у меня вот эта Зайка по мастер-классу Юлии Дейнега, наверное, так. Каждый раз я ее вроде запоминаю, все равно фамилию, скорее всего, называю неправильно. Это вот я вам показывала в предыдущем подключении. В розовом платьишке Зайку и говорила, что вяжу еще в другом на наличие. Вот она у меня будет. Вообще, хочу вот прям в ближайшее время связать минимум 3 таких Зайки в разных платьях, отфотографировать, чтобы к 8 марта у меня были фотографии. А это заказик, это будет набор погремушка с шуршащими ушками, не забыть бы сюда вставить шуршалки, и Зайка с плюшка с длинными ножками. Это мне нужно доделать до завтра, ну вот сегодня буду этим заниматься. Мало у меня готовых работ последнее время,
Вообще не хватает времени на вязание. Вяжу только самое срочное, самое необходимое в ближайшее время. Занялась здоровьем детей. Одному лечим зубы, ходим, второй выяснять начинаем, на что у нее все-таки аллергия или не аллергия. Ну, в общем, больницы, постоянные жители поликлиник мы сейчас. Но это все тоже надо делать, поэтому вот пока зима, хочу сейчас этим всем заняться, а потом и себе, наверное, подлечу зубки, похожу. Поэтому вязать пока сильно много не получается, и показывать вам особо нечего. Так, ну да ладно, что есть, то и показываем. Это вот процессы, которыми я буду заниматься сегодня-завтра. Давайте их уберу, наверное, совсем, чтобы место не заслоняли. И теперь покажу вам, что же у меня вышло. Те, кто подписан на меня в Instagram, уже видели. Вчера я выкладывала сторис, что скоро будет новая игрушка и новый мастер-класс. Игрушка у меня уже есть. Это вот такой озорной, забавный лягушонок. И мастер-класс тоже уже есть. Это из серии «Зайки-тянучки». Только теперь лягушка-тянучка, как я вам и обещала. Хотела сначала вязать жирафа, но не могла пройти мимо сочетания вот этого ярко-желтого и зеленого. Они у меня уже были отложены, лежали на лягушку. И я прям влюбилась, если честно, особенно в этот желтый. Это, кстати, Alize Cotton Gold 110. Он прям такой яркий-яркий, а в сочетании еще и с зеленым, не помещается, наверное, да, длинные лапы, а в сочетании еще и с этим зеленым, это 126, если я не ошибаюсь. Ну, в мастер-классе там все указано, какие цвета. Вообще очень ярко получилось, мне прям нравится. Вот такие у этого лягушонка ручки, они развязываются, но мне нравится, как вот в таком сочетании на фотографиях выглядит. Ножки. Я в эту лягушку не вставляла шуршалку, экспериментирую, скажем так, с наполнением. У меня здесь только гремелка и пищалка. Здесь в глазках у меня. И главный секрет, да, вот так вот все это дело тянется. Вообще у меня мои дети просят такие игрушки. Надо бы им, наверное, связать, правда, без вот этих всех погремушек. И пускай тоже увлекаются, занимаются. Я сама взрослая, но прям начинаешь и не остановиться. У меня спрашивали после того, как вышел мастер-класс на зайку, вот на этого, у меня спрашивали, не вылазит ли наполнитель, когда тянешь. Нет, там все сделано таким образом, что наполнителя в свободном доступе нет. Поэтому не беспокойтесь, наполнитель не вылазит. И, кстати, вот я на лягушку не сделала колечко. Вот такое колечко можно, например, вот сюда. Потому что здесь оно как бы не пролазит, но если ребенок очень сильно потянет, оно соскочит. Поэтому если с колечком, то можно вот верхнюю часть его продеть. Но я уж говорю, решила поэкспериментировать с наполнением, что будет лучше, больше нравится заказчикам, в каком виде. Но лягушка такая озорная получилась. И вот если зайка, он такой нежный-нежный, то лягушка, она прям для таких баловников-озорников, скажем так. И у меня уже вчера в Инстаграм я только выставила, что будет новая игрушка, новый мастер-класс. И у меня уже вот эту игрушку забронировали. Но я сказала, что пока не отправлю. Я хочу сделать общие фотографии с зайками. Я вяжу еще в сиреневом цвете зайку. Начала вязать, но там совсем еще немножко. Я вам показывала тоже в предыдущем каком-то подключении, что у меня есть заказ несрочный на сиреневую зайку. И вот я хочу их все вместе отфотографировать, а потом уже отправлю и эту лягушку. Девушка согласилась. Как бы ей не к спеху, но вот думаю, что надо, наверное, на наличие еще будет связать лягушечку, пускай лежит. Так что вот такая у меня новиночка. Ссылочки на мастер-класс оставлю под видео.
Мастер-класс можно приобрести через ВКонтакте, в запрещенной сети и на сайте Boosty. На сайте Boosty там можно также из других стран приобрести мастер-класс. У меня уже покупали из Германии, из Белоруссии. У всех все проходит, все там нормально с оплатами. Потому что боялись девочки. Ну, я тоже, если честно, боялась. Но вроде бы все нормально, все у всех получилось. И на Boosty можно стать подписчиком за 100 рублей в месяц. Получать доступ ко всем мастер-классам, также и к тем, которые выйдут позднее. То есть вы платите 100 рублей в месяц, у вас с карты списывается, и автоматически все эти мастер-классы у вас будут в доступе, как старые, так и новые. Я считаю, что это очень даже неплохая возможность. И к тому же на Boosty вы видите, можно сказать, первыми все эти мастер-классы. Так, вот новиночки рассказала, показала. И еще хочу кое-что вам показать, что у меня не выходит из головы после того, как я связала вот это одеяльце в люлечку. Помните, да, я вам показывала люльку, и там одеяльце из софти. Наверное, все видели тренд современный гуси-обнимуси. Это такие большие гуси плюшевые с большими крыльями, которые, наверное, предназначены, чтобы спать с ними, я не знаю. И после того, как я связала вот это одеяло, у меня из головы не выходит этот гусь в качестве комфортера для младенца. Я вот не очень люблю плюшевую пряжу для маленьких детей, потому что, ну, считаю, что она все равно не предназначена для малышей с рождения, там и ворс, и все на свете. А вот это, она же не лезет совершенно. И мне кажется, что связать вот такой комфортер в виде вот этого современного гуся для малыша, это очень здоровски получится. Но я пока не придумала, как это все сделать. То есть у меня есть задумка, ну понятно, да, что гусь он и есть гусь, голову делать набивную, тело совсем-совсем чуть-чуть набить, ну вот, например, как вот здесь вот, да, и крылья абсолютно не набивные, там, например, в два сложения. И это будет такая мягенькая тряпочка, как комфортер, да. И, кстати, мне тут писали, почему комфортер, а не комфортер, как правильно. Ну, не знаю, мне кажется, что комфортер – это какое-то совершенно не русское слово. Понятно, что оба этих интерпретация этого слова от слова комфорт, но вот как-то вот комфортер, ну, совсем вот по-иностранному звучит, и мне удобнее и приятнее говорить комфортер. Ну, если я неправильно говорю, извиняйте меня, мне тут и так очень много пишут, то я дакаю, то я то не так говорю, то я это не так говорю. Сначала обижалась, а сейчас уже как бы забила на все это. И мне кажется, что если вам не нравится, как говорит блогер, не смотрите его, я делаю всегда так. Ну вот так же и с вот этим комфортером, комфортером. Там девушка написала абсолютно не в укор, я ее прекрасно понимаю, ну вот я объяснила ей и вам сейчас всем объясняю, почему я называю так. Так что вот такая у меня есть задумка. Не знаю, когда я ее воплощу, но сделать бы это желательно, наверное, в ближайшее время, потому что у меня давно не выходили новые мастер-классы вот именно по комфортерам. Возможно, там уже и писали, спрашивали, когда будут новые зверьки. Но мне кажется, что вот этот гусенок, он был бы очень даже в тему, скажем так, сейчас. И такая мягенькая вот плюшка, это и гипоаллергенная, и не ворсится, ворс этот не вылазит, как с обычной плюшки. Я думаю, что получилось бы здорово. Осталось найти время, особенно в современных реалиях, все это сделать. Ну вот, это все мои новости на сегодня. Органайзеры так я и не сделала пока что. Пряжа у меня на них лежит в пудровом и белом цвете. Не знаю, когда доберусь до этой пряжи, но надеюсь, что в ближайшее время опять же все это сделаю.
А вообще какая-то такая вот зимняя хандра, что ли, нападает периодически, и ничего не хочется делать. Ладно, всем спасибо за просмотры. А, знаете, что еще не сказала? Не сказала про вот этот мастер-класс на лягушку. Начала же говорить, где его можно приобрести, и не договорила. Для тех, кто уже покупал через контакт или Инстаграм, то есть напрямую у меня мастер-класс на зайку-тянучку, мастер-класс на лягушку 150 рублей. Не 200, а 150. И если два мастер-класса сразу покупаете, точно так же, не 400, а 350 рублей. Единственное, я не могу, к сожалению, на Бусте такое сделать, потому что там, ну, нет возможности для каждого отдельно ставить цену. Поэтому там также стоит фиксированная цена в 200 рублей. Но, опять же, повторюсь, там можно стать подписчиком. И тоже со своей выгодой получить доступ ко всем МК. Вот, и если вдруг вы уже оплачивали какой-то из моих мастер-классов, реквизиты у меня остаются те же самые, просто оплачивайте необходимую сумму и присылайте мне чек уже и пишите, какой мастер-класс вам нужен. То есть, если вы уже покупали на Зайку, оплачиваете 150 рублей, присылаете мне ВКонтакте чек и пишите, что я хочу мастер-класс на лягушку. Так мы сэкономим и ваше время, и мое, и меньше переписки будет, чтобы я писала реквизиты те же. Все, на этом буду заканчивать. Всем спасибо огромное. Спасибо всем за поддержку. Всем пока-пока.